Ее величество несут его, самого главного участника сегодняшней встречи. На новом стадионе Уэмбли сейчас начнется финальный матч Лиги чемпионов 2011 года. Тренер Манчестера сегодня в том, два нападающих или один. Если один, значит закрытый вариант. Если два, а мы видим два. Даниэл Алвес проигрывает ему мяч. Выгрызает зубастый кореец. Хави теряет мяч. Даниэл Алвес. Вот они все-таки за счет короткого паса перешли на чужую половину поля. Мяч падает в руку Пак Джисуну. Команды, напомню, встречались два года назад. Пак Джисун. На левом фланге Руни. Так, они сюда сместились все двое на Уэмбли. Вот, может быть, сейчас Месси получает мяч, а будет считать относительно свободным. Чисто сыграно. Руни. Карик забрасывает мяч в штрафную вне игры. И далее. Иньеста. Его бросается неторопливый Пак Джисун. Вилья под левой ногой. Удар не точно. Постепенно Манчестер осадит, как слишком революционно настроенное тесто, поближе к его, собственно. Как шутил Валерий Лобанов. Дани Алвеса. Вот тут уже тут как тут Пак Джисун. Тоже большую часть тренировки он тренировал. Вилья. Передача. Можно убить. Дани Алвес. Нет, подкате. Пак Джисун. А кому отдавать? Вот вперед бить. Месси. Вилья. И рано или поздно роняет. Пак Джисун. Карик. Гикс. Вот сейчас. Эвра. Мяч штрафной площадки. Пак Джисун. Долго обрабатывал. А вот у Педро не вышло. Очень игра быстрая. До такого разворота нужен как минимум Хави. А вот и Педро. Вот это его самое дело. И счет становится 1-0. Вызовов. О Барселоне многие годы говорят уже, года три говорят, что это лучшая команда в мире и, возможно, лучшая в истории. А Манчестер Юнайтед и его величие. Поражение два года назад. Вот именно будет удар. Нет, пас штрафную. Чичарито. Руни, удар. Гол! Гол! Вот и сравнял счет Ман Юнайтед. 1-1. Как быстро! Гикс. Вот Пак Джисун оказался справа теперь. То есть можно было сейчас какое-то время не держать Дани Алвеса. Уперся в Дани Алвеса. Пак Джисун. Ну, так быстро не бегает даже Эвра. Гикс, что говорю, Бест. Конечно же, Бест. Взял мяч. Накрутил сколько мог. Фердинанд и Видич. В полузащита. Карик опорный. Перед ним Гикс. Сейчас в атаке Барселона. Дани Алвес. Месси смещается в центр. Удар. Гол! Гол! Фантастика! Никто и подумать не успел. Некоторые. Карик бросает мяч вперед. Руни его примет. Но стреляет Манчестер. Нарушение подножка. Это желтое. Это чистый срыв атаки. Пак. Не так. О, Карик! Если он придержан на скамейке, то, конечно, этот джойтер. Голова закружится. Выскакивает из-за спины у Руни Маскерано. И на своей штрафной пытается отбросить кому-то зачем-то мяч. Бог мой! Это Давид Вилья. Правой ногой. Идеальный. Пак Джисун. Руни. Мяч прыгает выше его головы.
Всех не обыграть. Тарик. О, Пак Джусун как здорово сыграл. Ну вот, такого слова. Пак Джусун. Гикс. Кичарито. И опережает. Это Бускетс, которому никто не поверит теперь больше никогда. Руни сражается, как может, с Маскерано. Пак Джисун укращает угловатый мяч. Вот уже Кейта. Барселона, обладатель Кубка Европейских Чемпионов. Из женщин барселонских, извините, знаем только Шакиру. Только Шакиру. Кстати, я не знаю, приехала ли она. Во всяком случае, великие спортсмены не признают второго места.